либо в обод стенки. Ну и для нашего молодого голкипера Егора Позднякова, который не так часто появляется в рамках молодежного первенства, это тоже определенный экзамен, как он выстроит стенку, как отобьет удар. И смотрим, болеем за нашего голкипера в нашем данном эпизоде. Егор и просто положил в девятку. Ну, здесь сложно было что-либо противопоставить. Просто классный удар в исполнении. Так, по-моему, это был... Так, не совсем увидел я номер здесь.